My first visit to the former Soviet Union took place in the deep midwinter. Впервые я приехал в Советский Союз в середине зимы 1970 года. В те годы посетители музеев революции были многочисленны, а экспозиции грандиозны по масштабу. Просторные залы были заполнены картинами, скульптурами, знаменами, фотографиями и предметами быта, представлявшими историю создания первого государства рабочих. Но одного персонажа, о котором мне особенно хотелось узнать, нигде не было. Довольно долго я задавал вопросы такого рода. Хорошо, где же Троцкий? Все это очень интересно. Насчет Троцкого. Поначалу мои вопросы наталкивались на молчаливую подозрительность. Затем ее сменили отговорки. Вы знаете, Дэвид, для революции важен не Троцкий, а Сталин. Позднее сотрудники советских архивов делали слабые попытки найти для меня хоть одну фотографию этого вождя русской революции. Они ничего не нашли, ничего не осталось. За несколько десятилетий Троцкий был полностью стерт с исторического полотна вместе со многими другими жертвами Сталина и сталинизма. У меня созрел план. Я решил найти все, что можно найти о Троцком, и рассказать о его жизни и фотографии. Я хотел показать, что даже самые масштабные политические фальсификации, всеохватывающие редкость фотографий, поголовное замалчивание фактов не могут уничтожить память о потрясающем гении революции, необычной судьбой идеи которого оказались в центре одного из важнейших событий 20 века. Память о деятеле, который позже, пытаясь найти социалистические альтернативы сталинизму, стал столь влиятельной фигурой для нового левого движения на Западе. После окончательного изгнания Троцкого с территории Советского Союза в 1929 году все его работы, находившиеся в государственных библиотеках и музеях, были уничтожены. Хранение его фотографий или упоминание его имени считалось преступлением. Все члены его семьи и друзья, оставшиеся в Советском Союзе, а также многие, живших за границей, подверглись жесточайшим репрессиям. В конце 30-х сталинская цензура пошла еще дальше, и под запрет попали антитроцкистские материалы, чтобы имя Троцкого не упоминалось даже в негативном ключе, так, как будто его никогда не было на свете. Больше 4 десятилетий назад в Лондоне вместе с английским писателем Фрэнсисом Уиндхэмом мы опубликовали первую в своем роде фотобиографию Троцкого. Тогда мысль о том, что фотографии, использованные в той работе, а также многие другие, впервые показанные сейчас, будут когда-нибудь выставлены в Москве, казалась абсолютно невероятной. Но исследование продолжается. И сегодня в музее ВЛАГа хотя бы на фотографиях комиссар Троцкий возвращается. Троцкий, the commissar, returns. Great to see you. Yeah, I'm in London.